Ребята, всем привет! Очередная посылка с сайта AliExpress. Что-то легкое. Вот такой вот мелкий пакет. 77 центов оценен. И что здесь вообще, без понятия. Короче, не знаю, что это. Непонятно. Так, это у нас, ага, по бесплатному посреднику вот такая вот кисточка. Давайте посмотрим. Данная посылка будет интересна девочкам. И здесь еще вот такой вот пакет. Ну, в общем, доставать я не буду. Вот написано здесь вот так вот. Фирменная хрень какая-то. С этой стороны немножко совсем, а здесь побольше вот этой штуки. Ну, материал, судя по всему, не пластик, а металл. Потому что вот здесь вот я вижу швы. Так что, по идее, металлическая. На этом, друзья, все. Ссылка на бесплатного посредника и ссылка на товар будет тоже в описании. Кому нужно, переходите. Ну а с вас я попрошу, как всегда, лайки, подписку на канал и вступайте в группу ВКонтакте. Также добавляйтесь ВКонтакте до меня в друзья и делайте репосты. Пока. Лучший Китай ВК. Канал посвящен распаковкам сайта AliExpress. Куча смартфонов, летсплеи на PS3. Обзоры пневматики, краш-тесты, обзоры электроники, одежда и многое другое. Подписывайся, ссылка в описании.